Всем привет! Я продолжаю записывать видео по заявкам от Николая Глуховского. Играем сегодня песню «Больно» из репертуара Ицека Ципера и Игоря Цыбы. Ну, она есть на Ютубе, она есть ВКонтакте. Я даже нашел минусовочку. Правда, это нейро-минус, но, тем не менее, кто-то его изготовил и загрузил на сайт с минусами. Так что будем считать, что песня известная. Но это было реально больно, вот снимать это все больно. Для тех, кто не любит русский шансон, можете прямо сейчас выключить и не смотреть это видео. Но Николай прислал донат, попросил разобрать для него эту тему. Но надо сказать, да, тут же нормальные песни были, а тут вот какая-то такая песня. Я не знаю, кому он будет это исполнять. А, наверное, есть любители такой музыки, но надо разбирать, что делать. По поводу тональности, это до минор. В до миноре на губной гармошке играть неудобно. Это либо третья позиция си бемоль гармошка нужна, либо четвертая позиция ми бемоль гармошки. И так неудобно. Помните, как был анекдот, встречает студент преподавателя и говорит: «Профессор, а вы когда спите, вы бороду на одеял кладете или под?» Такой задумался: «Не знаю», говорит, «не задумывался». Встречают через неделю, профессор, не выспавшийся, с кругами под глазами, там борода склокочена, говорит: «Будь ты проклят, студент, теперь и так неудобно». Я транспонировал тональность в ре минор, чтобы можно было играть на до гармошки в третьей позиции. Все равно не очень удобно, там овербенд возникает, и не все его могут сыграть, но мне кажется, так, наверное, все-таки полегче получается. Буду играть на двух гармошках, проигрыш сыграю на обычной до гармошки, а вокальную партию на низкой до, чтобы можно было играть по верхним отверстиям, оно так пониже получается. Играем песню «Больно», больно прям. Гармошка до, ре минор, третья позиция, поехали. Такой темп веселенький, бодренький. Смотрите, там повторяющиеся ноты. Я предлагаю здесь языком артикулировать. Та-та-та-та-та-та-та-та. Вот прям та-та-та ставьте, и вы тогда будете быстро это все четко проигрывать, и это все ритмично должно вместе с мелодией получаться. Вот такая сегодня песня.
Спасибо Николаю за денежку. У нас еще одна песня, еще одна мелодия для него осталась. На следующей неделе будем разбирать. Регистрируйтесь у меня на сайте видеогармошки.ру. Я там выкладываю табы, минусы и гармошную партию. Кому нужен будет минус, я сделал два. Там один с бэками, а другой без бэков. Там вот как я его с интернета скачал. Поэтому выберите, какой кому-то нужен, если кому-то понадобится. Можно скачать с сайта видеогармошки.ру. Я с вами прощаюсь. До скорого. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.